Привет! Давно не виделись. Я очень успела по тебе соскучиться. Сейчас я занимаюсь своим новым увлечением. Расписываю картины по номерам, украшаю интерьер, создаю дом и уют. К этому я пришла благодаря марафону Ольги Валяевой. Он закончился совсем недавно. И я хочу поделиться с тобой своими выводами, своими результатами, то, чего я добилась благодаря ему. В первую очередь я наладила отношения со своими родителями. Я приняла их такими, какие они есть, и теперь я искренне им благодарна за все, что они для меня сделали. Я стала очень много времени уделять своим детям тому, чему они хотят меня научить, потому что дети — это очень мудрые учителя. Я провожу с ними свободное время, я смотрю то, что они делают, я учусь и запоминаю. Я осознала, что мой муж — это очень сильный, свободный и волевой человек, у которого есть свои желания, потребности. И мне не стоит навязывать ему что-то свое, потому что я не до конца и не все понимаю. Я посвящаю время себе. Я наконец-таки разобралась то, чего я хочу. У меня появились планы на будущее. Я не хочу выходить на свою работу из декрета. Я хочу заниматься домом, семьей, своим каким-то творчеством, увлечениями, созданием уюта в доме. Это все благодаря тем упражнениям, которые даются вот в этом марафоне. И я буду искренне рада, если ты тоже достигнешь результатов благодаря ему. И я хочу сказать отдельное спасибо Ольге и Алексею Валяевым за тот труд, которые они проделали, чтобы все мы были счастливее.